Данила. Скоро ты уедешь отсюда. После нашей свадьбы ты будешь жить в моем доме. А если Монике это не понравится, она будет любить тебя так же, как и я. Хуан Антонио, ты виделся с Ириной? К сожалению, да. Она приходила ко мне в контору. Она была вне себя от того, как я с ней поступил. У тебя с ней что-нибудь было? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Конечно же, нет. Я сказал ей, что больше не желаю ее видеть. Она приходила и ко мне в дом моделей. Что ты говоришь? Она сказала, что ждет от тебя ребенка. Господи, я так нервничаю. Почему? Все будет хорошо. Моника! Моника, где ты была, Моника? Подойди сюда. Ну-ка, поздоровайся с Даниэлой. Ну-ка, поздоровайся с Даниэлой. Здравствуй. Почему ты молчишь? Я знаю, что ты обо мне думаешь. Мне хочется тебе сказать, что я тебя понимаю. Я бы на твоем месте чувствовала бы себя точно так же. А еще я уверена, что ты не захочешь брать моих подарков. Я все-таки решил тебе кое-что принести. Вдруг тебе понравится. Ну что, ты так и будешь молчать? Спасибо. Ты очень красивая. Наверное, ты похожа на свою маму. Не желает с нами разговаривать, разреши мне представить тебе Марию. Она давно служит в нашем доме и практически стала членом нашей семьи. Рада с вами познакомиться, Мария. Благодарю вас, сеньорита. Лучше я не буду вам мешать. С вашего позволения. Я очень огорчилась после того, как поговорила с тобой по телефону. Конечно, ты никого не сможешь полюбить так, как твою маму. И никто тебе ее не заменит. Знаешь, я тоже осталась без матери, еще совсем маленькой. Но я все равно ее помню. И никогда не забуду.